Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. Ну что, хочу сегодня дожить до 100-го дня. Так, ну что, начнем, наверное, с босса для начала. Хотя, подожди, давай-ка мы вот здесь вот прокачаем с тобой скорость, да, стрельбы нашего главного персонажа. Поставим все бафы и привлекаем с тобой босса. И давай машинкой его еще таранем маленько. Вот так вот. Будет знать, как говорится, свое место. Ну хорош, хорош, зомби, успокойся. Ты все равно даже не дойдешь до нас. Хотя есть такой шанс. Нет, не дойдет. Бумс, разлетелось в хламину, друзья мои. Ну что же, мы получаем с тобой награду. И, соответственно, у нас начинается 91-й день. А монстры становятся сильнее, а мы с тобой начнем, наверное, потихонечку их прокачивать. Так, давай посмотрим, кого бы нам с тобой качнуть. Ну, что такое? Прилетел у нас тут награда. Так, Дориса, наверное, качнем с тобой, да? Чуть-чуть. Ты прикинь, 20 миллионов дамаг у него. Это офигеть просто. 20 миллионов, а сколько у меня у главного персонажа? 10 лямов. Обалдеть, а что если я вот этого прокачаю? До... В плане. Это вот так вот быстро улетают деньги? Да вы серьезно, что ли? Я чуть-чуть, чуть-чуть всего лишь прокачался и все. Так, а что у нас Геральт? Он у нас с чем там находится? А, с минометом. Так, давай-ка вот здесь вот награду с тобой возьмем, наверное. Я так думаю. Испытание Джека. Повысьте, так, уровень Джека до 50 уровня. Окей, получил 10 алмазов. Геральт, ну что, давай попробуем его прокачать. 10 уровень. Мы можем, наверное, дорого дальше, да, будет стоить. Это все мне дело. Дальнейшая прокачка. Хорошо, давай попробуем тогда Тимми. Вот и все, друзья мои, деньги просто улетают. Кстати, я не могу понять, а босса еще не было, да? Я просто увлекся здесь прокачкой. Так, по-моему, еще не было зомби-босса здесь, ну, по крайней мере, на вызов. Этот как очумелый там строчит. С дамагом. Во сколько у него там дамаг? В 10 лямов, да? Опять зомби-волна. Нет, это понятно, что зомби-волна. Ага, вот и босс, друзья мои. Давай посмотрим, кто там у нас боссом будет. Опа! Ты посмотри, это... Так кто такой? Офигеть, какой противный. Ползет без ног такой. Ну, знаешь, как типичный зомби. Фига себе. Неужели будут у нас теперь вот такие вот ползуны в игре? Так, мы победили с тобой. Да, отлично, 92-й день. Я этому очень рад. Ну-ка, пока я не вижу никаких ползунов. Обычно вот если у нас есть с тобой босс, да? Какой босс, такие есть и монстры. Хотя, вспомни-ка, у нас был босс с тобой. На каком? По-моему, там на 50-м дне вроде бы. На 50-м дню, скажем так, лучше. Помнишь, там такой слизняк? Но ведь не было же у нас таких обычных монстриков слизней. Не было. Так что не факт, это был просто обычный ползающий зомби. Ладно, посмотрим, что у нас с тобой поползет на 93-й день. Может быть, еще какая-нибудь тварина, которую надо будет быстренько, как говорится, привести в норму. Так, давай-ка мы посмотрим, что у нас тут по прокачке. Что мы с тобой можем улучшить? Госпиталь, генератор, баррикаду. Баррикаду. А если по поддержке? Можно братство, наверное, да, прокачать. И воодушевление. А воодушевление нам дается что? Скорость, по-моему, да? Так, повышает скорость атаки. Да. Это, я думаю, будет лучше всего. Скорость атаки — это самый смак для нас. Угу. Уже дошли до бэшечки. Интересно, здесь какой максимальный уровень? Но я сомневаюсь, что сотый. Мне кажется, тут и 200, и 300. Так, смотри-ка, какие долгие у нас с тобой здесь идут волны. То есть 92-й день, и до сих пор нету
просьбы о том, что вызовите зомби-босса. Ну ладно, мы потерпим. Я же в любом случае, ребят, никак не могу это ускорить, этот процесс. Во-во-во, волны бегут, смотри. Зомби-босс, ну кто там у нас? Ну, эту ханыгу мы с тобой видели. Зомбариху эту. Это для нас не новость. Давай-ка ее машиной еще немножко таранем. Так, действие автоматической стрельбы закончено. Как-то не вовремя, не вовремя. Джеймс, ты закончил свою стрельбу. Замечательно. Все. Ну что, победили и переходим с тобой на 93-й день. У нас еще 7 дней с тобой впереди. 7 дней. Но мне кажется, вот этот вот Дорис, где он там у нас? А, где? Вот он. Ты посмотри, как он бросает свою бомбочку. Бух! 20 миллионов дамаг. Ты представляешь себе? 20. Это, ну, я не знаю, кто может выжить после такого дамага. Да вряд ли кто-нибудь. Просто обалдеть. Колбасит. Ну, давай. Будем с тобой ждать, естественно, босса. Я никак, ребят, не могу вещь промотать. Я бы и рад бы проматывать это все дело. Но никак не могу. 279 миллионов получил. Просто с сундучка. Вот так вот. Давай посмотрим, что у нас тут еще с тобой по прокиим можем прокачать. До 10 уровня хватит мне? Не хватает. До 10 прокачаем, получим с тобой еще алмазики. Также можно Чарльза. До 10, видишь? Все это работает. А то, да? До 20-го, вот тебе еще гемы. Давай с тобой заберем. Где у нас награда? 6 и 7 алмазиков. Все. Так, после обычно вот этой волны должен босс начаться. Слушай, ну они потихоньку все-таки как бы уже приближаются, да? Пробиваются ко мне. Мы их как бы еще сдерживаем здесь на расстоянии. Но все равно опасно. Все равно опасно. И по финансам. Что-то как-то кисленько деньжата у нас с тобой капает. Видимо, нету бабки, которая ходит и собирает по помойкам у нас монетки. Ну, тратить на нее я тоже не хочу гемы. А вот и босс, ребят, смотрим. Опять, ребят, этот ползун. Ух, тихо, подожди. Давай автоматическую стрельбу. Вали этого хламона. Хорошо, что он медленно ползет, а я пока займусь прокачкой. Значит, я хотел Джонни не получится прокачать. Кого? А, вот, Ким. Пока не хватает, опять же. Ух ты, смотри. Эй. Да ну. Да ты завязывай. Ё-моё, блин, это, ребят, ну он уже практически дополз, ты понимаешь? Это говорит о чем, что... Может быть, мы даже не доживем сегодня до сотого дня. Да, есть определенные, друзья мои, риски. Так, слушай, мы с тобой получили деньги, надо мне... Кого-то я хотел там прокачать, да, до 10 уровня здесь сделать. Так, Саймон, у нас Саймон тоже, кстати. Представляешь, его прокачать до 20 уровня. А вот этого Дориуса. Я представляю, сколько здесь нужно финансов, чтобы это все сделать. Так, Джонни. Джонни можно прокачать. Так, подожди-ка секунду. Сейчас посмотрю. Джонни можно, в принципе, тоже прокачать до 20 уровня. И тоже получим с тобой награды. Так, 6 гемов есть. И еще кто-то у нас тут с тобой апнулся. Ага, записи о выживании. Соберите 50 страниц журнала выжившего. Секунду, то есть вы хотите сказать, что какая-то новая запись у меня появилась? Ну-ка, давай посмотрим. Самую последнюю запись мне, пожалуйста. Какой там у нас день с тобой? 90-й, да? Так, это какой тут непонятно какой день, ребята. Странно. Но ведь мы же с тобой все это читали. В чем подвох? Так, журнал выжившего. 82-й день, 88-й.
94-й. Слушай, 94-й день, может быть. Раньше по телевизору показывали передачу, где люди находили потерянных знакомых. Однажды туда пришел мужчина, который хотел найти друга детства. Его другом был пухлый маленький мальчик, который стал совсем не похожим на себя. Интересно, мои друзья узнали бы меня сейчас? Как же я по ним скучаю. Ну почему бы твои друзья тебя не узнали? Я не думаю, что ты слишком сильно изменился. Конечно же, узнали бы. Я почему-то в это верю. Так, ну что, ребята, светошумовая граната поставлена. Все это у нас с тобой активировано. Ждем 95-й день. 95-й день, потом еще 5 дней. Ну, знаешь, что я боюсь? Ты видел, как босяры уже прорываются? Ты посмотри, даже зомби-волна уже потихоньку-потихоньку пробивается к нам сюда. Каким-то чудом мы здесь их сдерживаем. Я не знаю, почему они здесь вот встают, стопорятся. Ты заметил, да? Они доходят вот до этой точки. И как будто их какой-то невидимый барьер как бы сдерживает. Не знаю, с чем это связано, но это факт. Так, я хотел прокачать... Ага. Хватает, да? Оп. Замечательно. Вот Саманту можно было бы. Вот и босс, друзья мои. Что за босс у нас? Опять этот ползун. Давай активируем с тобой стрельбу. Хотя, подожди, стрельбу мы с тобой активируем. Ё-моё, я же... Давай помогать, я не знаю, что ли, как-нибудь. Во! Да-да-да-да-да-да. С дробовичка, конечно же. Смотри сразу, как мы его нахлобучиваем. Обалденно. Есть контакт, так, вырубаем. Слушай, мне кажется, вот эту штуку нужно прокачать. Она довольно неплохо нам помогает, да? Вот этот вот именно барьер. Так, ну что, дожили с тобой до 95-го дня. Остается совсем чуть-чуть нам с тобой до соточки. Сегодня цель у нас 100-й день выживания. Испытание Джонни. Так, замечательно. Теперь я хочу посмотреть, где у меня вот эта вот электрическая заслонка. Это в... вот она, да? 58 уровень. 60-й. Так. А сколько вот не написано, вот, ребята, вот что это такое? А, это урон, я так понимаю, да? 5, почти 6 миллионов урон наносит. И 20 энергии тратится, да? Скорее всего, так. Машинку можно дальше прокачивать, кстати, спокойненько. Угу, прокачали, все, закончились у нас с тобой финансы. Очень быстро, кстати, деньги здесь улетают. Вот что не говори, ребят. Очень быстро. Прям моментально, не успеваешь ничего сделать. Гранату, точнее не гранату, а мину прокачаем чуть-чуть. Все. Ну что, ждем с тобой теперь 96-го дня. Действие автоматической стрельбы закончено. Это меня нисколько не пугает. Гемы мы с тобой зарабатываем. Деньги тоже зарабатываем. Раньше я помню, да, когда мы с тобой миллион накопить, это была проблема. Сейчас для нас миллион это тьфу, плюнуть и растереть. Ты видишь, да? Просто мы уже до бэшек доходим. Наверное, когда-нибудь будем также доходить и до тэшек, потому что в моих следующих как бы планах, друзья мои, накопить, я не знаю, каким чудом это будет сделано, 10 вот этих терабайт или как там, не знаю, триллионов, триллиардов, чтобы построить себе третий этаж. И это мы с тобой построим только этаж. Я боюсь представить, сколько будут стоить вот эти вот орлы. Если, судя... Так, смотри, смотри, прорывается. Так, подожди, стрельба автоматическая, продлеваем. Ну, это чувырло, мы ее, в принципе, быстро забомбим. Если ты видишь, что здесь уже, да, сколько стоит Дорис, там, Ванюша этот, то о дальнейшем вообще просто представить невозможно, сколько там ценник будет. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, родную. И это 96-й день, уже боссы практически, друзья мои, проходят на мою территорию. Ну, как так-то? А еще 5 боссов впереди. Еще 5 боссов впереди. Фиг его знает, как мы тут с тобой будем выживать. Ну, надо стараться. Надо стараться, надо пытаться. Так, что мы можем с тобой сделать? Госпиталь, генератор, баррикаду улучшить. Или же будем опять наших маленьких бойцов качать. Ну да, бойцов, мне кажется, все-таки выгоднее.
Так, ну надо тех, за которых мы с тобой получим в ближайшее время гемы. И таких нету. Просто нету. Джека, чтобы прокачать дальше. Ой, ё-моё. Обалдеть. 1 триллиард нужен. Трындец. Ну хотя бы вот здесь вот получить 50 уровень. И вот Тому. Будет все замечательно. Ну, здесь накопим мы с тобой быстренько. Давай вот машину вызовем. Жжж, дави их, гаденыш этих. На, просто куски лохмоти. Все летит. У нее будет, у нее урон. Вот, да, мы ее на 50 уровень прокачаем. Всего лишь. А, ну это прибавка. Прибавка, ага. То есть будет где-то 7. Около 8 миллионов, ребята. У нее урон около 8 миллионов, да. Ну, в принципе, она как Джеймс у меня. Ну, самый, конечно, топчик. Это, что не говори, это Дорис. Посмотри его дамаг. 20 лямов. Он переплюнул абсолютно всех. Абсолютно всех. На втором месте, по-моему, стоит у нас вот Гарольд. Я так смотрю, 11 миллионов у него урон. Потом, скорее всего, иду. Подожди, у Тайлера 14 миллионов? Получается. Получается, ребята. Слушай, я запутался. Так, смотри, 20 миллионов, да, урон. А здесь 64 миллиона. То есть, получается, Джек круче, что ли? Да, друзья мои, Джек-то круче выходит. В разы круче. Ты посмотри, 64 миллиона урон. Офигеть. Так, тихо. Кто там, босс? Ползун опять, да? Давай, родной, бомби. Бомби этого гаденыша. А я пока... Вот так вот улучшать буду потихонечку. Тихо. Что-то как-то он быстро ползет. Он быстро ползет, ты посмотри. Он не как те медленно, он что-то... Что с ним не так? Кто ему, ребята, скипидара в задницу налил, что он так быстро чешет, а? Фух, разобрали. Ага, 10 брюликов мы с тобой еще здесь собрали. Ну что? Прекрасно мы с тобой выживаем. И 97-й день. 97-й день. 3 дня еще выживаем. И цель достигнута. Главное выжить еще. Так, этой барышне нам нужно поднять до 40-го уровня. Ага. Слушай, а почему вот тот так дорого стоит? Хотя почему дорого стоит? Недорого он стоит. Ну у него 1 лям. 1 лям у него урон. Это капля в море, ребят. Серьезно, капля в море. Если сравнить, вот здесь 64 ляма урон. Правда, я что-то как-то их не чувствую, если честно. Эти 64 миллиона урон просто не чувствуется. Но, как, судя по тому, как тут прописано, так оно и есть. Сейчас я все-таки прокачаю Тодда, наверное, да? До 30 уровня. Ну, а Саманту долго я не смогу прокачивать. Потом накопить финансов, да? И как вбахать куда-нибудь, я не знаю, в какую-нибудь... Ну, не в Дориса, а вот, например, в Саймона. Я на 10 уровне представляю, сколько он там будет влуплять. Саймон или тут же Шон. Если у них... Даже вот Шона, смотри, у него 6.36. Это на 2 уровне. Ох ты, ты смотри. Смотри, что происходит. Зомбари-то уже практически. Вот они сейчас подбежали, если бы не мой вот этот вот Ванюша, или как там его величать. Ванюша же, по-моему. Да, Ванька. Они бы начали бомбить баррикады мои. То есть уже опасочка есть определенного рода. Расслабляться не стоит. Мину выставляем с тобой. И надо вот эту вот заслонку, скорее всего. Хотя, подожди, босс. Босс. Кто? Кто это? Это кто? Какой-то драный пес. Друзья мои, это драный какой-то пес идет. Ну-ка давай машину, там, я не знаю, дробаш, фигач по нему, как по сидоровой козе. Так, мину там, я не знаю. Эй. Ты посмотри. Ты посмотри, что творит. Ой,
Блин, давай, 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 воодушевление там, я не знаю. Помогаем, 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 помогаем. Ну, что там происходит? Он мне баррикаду, прикинь, снес. Он мне снес баррикаду. Блин, 98-й день, я не знаю, ребята. Я переживаю. Я переживаю, что мы с тобой эти два дня просто не переживем. Что делать-то? Баррикаду, что ли, качать? Давай попробуем. Попробуем с тобой качнуть. Это сколько защиты? Почти 6000. Мне кажется, это вообще ни о чем, ребят. 6000 защиты. Если у босса, например, там 5 триллионов здоровья, да, то я могу представить, в принципе, какой у него дамаг. Но стена у нас уже, по крайней мере, кирпичная стала. Я не знаю, может быть, если мы прокачаем еще выше, она, может быть, станет уже на 150 уровне железной. Такой вариант тоже может быть. Пока мы с тобой не будем тратить вот эти вот скиллы. Нам нужно подождать их отката. Ох, ё-моё, я совсем... Хорошо, что он у меня не стрелял. Я патроны ему не сменил. Я ему не сменил патроны. Фух. Да. И самое удивительное, что когда начинается вот эта вот зомби-волна бегущая, они практически добегают до стен. Мы не справляемся с ними. То есть, делаю выводы, опасно, очень опасно. Так, ну что, ждем с тобой босса тогда сейчас. Я попробую еще немножечко прокачать. Ты, немножечко. Угу. Все деньги сливаем с тобой. Ремонт 836. То есть даже 1000 он не лечит, да? Ну, не лечит, а 1000, как сказать, даже не знаю, единиц ремонта не делает. Получается так. Вот и босс. Ну что, ребята, вызываем или ждем? Блин, вызываем, наверное, да? Ох, как же это рискованно. Или ждем все-таки отката? Блин, поехали. Фиг с ним. Где он там? Кто там? Ползун. Так, Джеймс, давай. Бомби. Так, мы здесь с тобой тоже активируем. Дробовик в зубы и погнали. Трындец, у него там здоровье. Да почему ж ты так быстро-то ползешь? Вот объясни мне, пожалуйста. Да как... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, смотри, смотри. Ребят, половина хп даже не отнял у него. А он уже где находится? Ты посмотри. Давай, Ванька, вжаривай его со своего огнемета, блин. Ванька непрокачанный, блин. Сейчас, по-моему, мы тут отдуплимся с тобой. Даже пол хп не отнял, прикинь. Есть батарея, я не знаю, поможет ли мне эта батарея. Твою же налево, баррикаду ломает. Что там делать, я не могу понять. А, я не справился, да? Ребята, я не справился. Так хорош там стрелять уже. Оу, и как же мне, скажи-ка мне на милость, прожить до 99-го дня? Это... Кто сейчас бежал? Я, кстати, не понял, это кто? Вот это вот... Что здесь происходит, а? Ладно, босс нас, короче, ждет с тобой, да? Сейчас мы подождем вот эти вот, ребята, откаты по скиллам. Машина откатилась, все, и будем сразу активировать. Очень мощный чувак. Просто мощнявый. Прошел, пробил, проломал все здесь. И хоть бы что по деревне ему. Понимаешь, хоть бы что. Мясорубка, конечно, здесь еще та. Да, Ваньку бы, конечно, было бы неплохо прокачать. Именно когда враг подходит вплотную. Сколько? Ну, мы ему... Он будет 8 лямов наносить урона. Это при лучшем раскладе, да? 4 ляма есть у него и плюс еще 4,47. Ну да, 8,5 миллионов урона он будет наносить. Короче, сейчас пока терпим. Терпим вот эти вот откатываются у нас скиллы на воодушевление. Да смотри, смотри, как она пробежала. Вот объясни мне, как она могла пробежать, блин. Воодушевление и вот это вот. Я, наверное, сейчас еще посмотрю
поддержку эту. Прокачаем, наверное, с тобой еще. Давай, 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 не жмись, прокачиваемся. Так, мину эту прокачаем, все. Деньги здесь как вода. Смотри, опять она пробегает. Как она умудряется прибежать, я не могу понять. Неужели она такая сильная стала? Офигеть можно. Так, ну что, тут остается минута еще. Здесь 17-16 секунд. Ну, если я не смогу, ребята, его уничтожить, я не знаю, как мы с тобой серию будем заканчивать. На 98-м денечке, что ли? Обычно мы с тобой как бы, ну, добиваемся своей цели. Должен быть сотый день. Значит, должен быть сотый день. Кровь из носа. Но я думаю, мы на 99-м денечке с тобой просто сплющимся. Если этого даже пройдем. Ползуна. Ну, как-то он ползет слишком быстро. Он должен еле-еле ползти. Помнишь, когда первый вышел, он еле полз. А тут прям вот чешет, а? И он бежит, сломя голову. Так, ну что, давай, уничтожаем. 24 секунды ждем и будем вызывать босса этого ползуна фигово. Так, я могу еще прокачать там воодушевление или еще что-нибудь в этом роде? Могу. Так, 8 секунд последних осталось. Автоматическую стрельбу активируем. Так, улучшенный сенсор мне нафиг не нужен. Скорость игры в 2 раза. Зачем я сделал скорость игры в 2 раза? Ну не дурачок ли, а? Скорость игры в 2 раза. Ладно. Ну что, рискуем? Так, делаем светошумовую. Это все пока стоит. Так, так, так. Выходи, босяра. Где он там ползет? Вон он. Вызываем машину, все, что у нас с тобой есть. Не, ребят, это нереально. Да посмотри. Хотя я очень сильно стараюсь, но сейчас проломает ворота. Испытание провалено. Прикинь, я не могу. Я не могу, я все, что мог, здесь сделал. Никак не получается. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда мы с вами, наверное, закончим, потому что мне остается лишь одно — фармить бабло, прокачивать моих бойцов. Это, конечно, трэш. Ползучий зомби меня здесь одолел. И обязательно продолжим уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.